Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Короче, пацаны, сейчас догонялки, сейчас я вам покажу, как это делается, ёпта. Так, пацаны тоже решили его догонять, ну окей. Сейчас я его обгоню. Хотел мне подрезать УАЗик, соси хуй, ебать. Сейчас я догоню этот Мерседес. Обычный. Иди сюда, ебать, дядя Вася. От меня решил съебаться. Ну окей, давай, поиграемся с ним, короче, он решил поиграться. Я ему даже бабки придавать не буду, я просто хочу максимально близко к нему держаться. Так, скутерист, блядь, мешает, нахуй. Скутерист, съебись, пожалуйста, спасибо. Извини, чувак, но ты реально мешаешь. Как ты, блядь, собираешься на скутере догнать Е63, мне интересно. Ладно, я там на бэхе, но, блин, на этой тарантайке, блин. А куда они вообще делись, мне интересно? Так, стопэ. Не вперед уехали или куда? А вон они впереди, да. Я его догоняю, вот, спокойно вообще. Даже дрифтить успеваю. Ну сейчас вот тут я быстро это сделаю. Иди сюда, мой хороший. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай, иди сюда. Привет, мой сладкий, блядь. Как нехуй делать, просто догнал. Ах ты уёбок. Бля, сейчас было в ФК уходить. Ой, ебланы, блядь. А чё за прикол? Вот мне интересно, вот догонялки, да? А чё они по встречке ездят? Блядь, боже, еблан. А это нормально, что они по встречке ездят? Если я на встречку выйду, меня посадят, ебать. Ну, давай, ёпта. Ну окей, давай поиграемся с тобой, хорошо. На нахуй, что такое? Шо мы в ФК уходим, ебать? Бля, просто ру нахуй. На, я его уебали. Ебать лошара, сука. Я ебу, блядь, что там за дятел за рулем, нахуй, интересно. Что там реально за дятел за рулем? Че, он выиграл, чувак, или нет? Боже, какой дятел, блядь, я реально ру. Вот какого хуя они по встречке ездят? Они по встречке сюда ездят, на красный. Ебать, стоять нахуй, ебаный бро. Стоять, блядь. Пидорасы ебучие. Ебать. Это нормально? Нормально? Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Я реально просто, блядь, охуеваю. Они тупо в АФК уходят и таранят машину, блядь. Это что, нормально по встречке еще ездят? Я просто, блядь, ору, нахуй. Я просто, блядь, ору. Вот это я понимаю, да, догонялки, пацаны? Не запрещено на МП. В АФК уходить водителю, нахуй, и подрезать, нахуй, и так далее. И на красный ездить. Они на красный ездят, они по встречке ездят. Так я не могу этого делать, нахуй. Они сразу посадят меня, ебать. Или можно так делать? Ну окей, если можно, сейчас, ебать, я их догоню. Без проблем просто. Без проблем. Сейчас буду его, блядь, таранить, нахуй, как не знаю кого просто. Здрасте, ебать. Хорошо, без проблем, нахуй. Хорошо. Если это можно, хорошо. Только, блядь, меня в Деморан посадят, нахуй. Я выебу, блядь, его в жопу, блядь, просто. Это Леонардо Дутерто, блядь. Я посмотрю, если меня сейчас посадят за встречку, блядь, то пизда, нахуй. Просто пизда. Вы свидетели, вон, написал, это не запрещено на МП. Хорошо, без проблем. Это не запрещено на МП, хорошо. Они, по идее, поехали в сторону тюрьмы, без проблем. Реально, меня просто подгорает из-за того, что, блядь, сука, они по встречке едут, а я не могу этого сделать, блядь, я не могу.
И потом, блядь, говорят, не нарушайте, да, блядь? Охуенно просто. На МП по встречке хуярят. А как ты их словишь по-другому? Тебе тоже надо на встречку уезжать. Ну пиздец, реально, просто пиздец. Сейчас я их догоню, если они в эту сторону поехали. Надеюсь, они в эту сторону поехали. Просто он не пишет, видите, блядь. Мы поехали так. Мы недалеко от Южного. Вы недалеко от Южного? Это где, блядь? Мы недалеко от Южного. Полезная, блядь, информация, конечно. Я думал, они сюда поехали куда-то, но, видимо, нет. Ну ладно, сейчас, значит, придется разворачиваться. Сейчас я доеду чуть-чуть подальше. Окей. Я, блядь, сука, увижу их нахуй, разгонюсь со всей скорости, блядь. В АФК выйду, как уебу его нахуй, и посмотрим потом, можно это или нельзя, блядь. Где они недалеко от Южного, я вообще не ебу нахуй. Я думал, они, блядь, тюрьму уже проехали где-то. Но нет, они не написали этого. Мы недалеко от Южного. Недалеко это где, блядь? Мне интересно. Мне похуй, я не хочу выиграть, я просто хочу вам показать, как их просто легко выебать нахуй на этом, МП, блядь. Чё, они сюда поехали, что? Куда они, блядь, поехали? Направляемся к старой ферме. Ага, окей, я понял. Сейчас мы их перехватим, короче, с другой стороны. Еду в старой ферме, окей. Я знаю, где они выйдут, короче. Сейчас, я уже, бля, вчера гонялся на МП. Так само практически, поэтому я знаю, куда они поедут, примерно. Так, блядь, ёбаный кювет, сука. Задний ход рубаем, короче. И едем за ними обратно. Так, они где-то здесь, короче, должны выезжать будут. Либо подальше чуть-чуть. Пока зайду, блядь, у Влада куплю ремку, нахуй. А то, блядь, эти долбоёбы постоянно, блядь, по пингу подрезают, нахуй. УФК уходят, блядь. Так, блядь, бомбит просто. Вот как человеку передать деньги, если он в АФК уходит? Мне интересно, блядь, как? Чё, сука, за логика дебильная? Я не понимаю, блядь. Мне реально, сука, подгорает, нахуй. Чё, блядь, за хуйня? Как я ему передам, допустим, деньги, блядь, если он в АФК уходит, блядь? Чё это за долбоебизм, нахуй, просто, блядь? Чё это за хуета ебаная? Я вот не понимаю просто этого. Чё это за дол... Ну, серьезно, блядь, как человеку передать можно деньги, если он в АФК уходит, блядь? И тупо остается сзади вас. И разворачивается. Охуенно просто тактика, нахуй, как наебать людей, блядь. Серьезно, я, блядь, просто охуеваю, блядь. Реально просто охуеваю. Может, они еще, блядь, через телепорт будут тпхаться, нахуй? Это тоже будет нормально. Знаете, блядь, едут такие, едут, блядь, им хотят бабки передать. Хуяк они в Южный тпхнулись. Да иди, это не запрещено правилами, ебать, МП, нахуй, заебись. Куда они, блин, поехали? Они подсказок вообще, блядь, сука, блядь, проехали, нахуй, хуй знает, когда уже это место, блядь, и подсказку пишут, блядь. Охуенно просто. Просто великолепно, нахуй. Что нереально, никого не вижу, блядь. Они, типа, поехали к старой ферме. Ну, что дальше? Все. Мы в районе Бусаева. А, окей. Окей, возвращаемся назад. Они, по идее, должны по этой дороге ехать. Я как помню. Хотя, может, блядь, они по-другому поедут. Ну, поедем по этой дороге, может, их встретим. Да, и, блядь, я на всей скорости как въебусь, нахуй, сука. Чтоб, блядь, да, навсегда, блядь, они эти МПшки, нахуй, закончили свои. Серьезно, блядь, они тупо людей, блин, наебывают. В АФК уходить, блядь. Что это за бред в АФК уходить? Блядь. Я ору, если они еще тачку сучинят, это вообще... Это тупо нереально выиграть, понимаете? Вот обычным... Ладно, я там, блядь, на бэхе охуенно гоняю, блядь. Но какому-то обычному рыжику хуй выиграешь. Если они будут чинить машины, выходить в АФК нахуй, блядь. И так далее. Что это за хуйня, блядь? Серьезно, что это за хуйня? В районе Бусаева. Где вы в районе Бусаева? Я вас не вижу, нахуй. Мы в районе Бусаева. Ну и где, интересно. Так, что я там видел, блядь. По полям, они по полям, понимаете, ездят и так далее, блядь. Я просто ору. Киря, повысь, поже. Так, мы в районе Бусаева. Ой, ну Бусаева где? Ну где? Вас давно тут нахуй нету, по-любому. Или вот они едут. Нет, это другая машина. Мы в районе Бусаева, блядь. Где нахуй? Хуй его знает, да, блядь? Так. Юсин Магомеду. Кому ты нахуй рубль передаешь? Ну, садись. Я подписчик. Если ты себя свыкнешь нахуй, ты, блядь, станешь себе без одного места, нахуй.
так. Блять, куда они поехали, нахуй? Пусть они, блядь, нормально пишут, они, сука, раз в полчаса, нахуй. Го искать. А я, блядь, что делаю, чувак? Я ж тут не просто катаюсь. Чувак пишет, они в Бусаево. Ну, блядь, они разве что могут сюда поехать. Стоп. А, ну понятно, да. Охуенно, да. Кто-то выиграл уже. Поздравляю. Просто, блядь. Давайте чувака Фому, может, примем. У нас есть победитель. Кто бы сомневался, нахуй? Сейчас кто-то, да, из их компашечки, да, там выиграл. И вот просто тпхнули, он передал рубль, да, и заебись. Просто, да, вот так вот где-то. Дай зама. Чем тебе, чувак, зама? Я тебя не поймаю. Скоро вам зама, если, блядь, я даю зама, и никто никого не принимает. И собесы не делают. Тут нахуя так делать, я не понимаю. А, Филипп Лакоста. Можно передать. Передавай. Дмитрий Карпин, блядь. Скутерист ебучий. Садись. Давай, садись ты тоже. Все, поехали, бать. Приз выдан, блядь. Да я ебу нахуй. Просто, блядь. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.